вторая школа имеет свою другую, немножко другую специфику. И вот атрибуты, она же всегда, наша школа сопровождает какими-то атрибутами. Ну, понятно, что мы не можем расстаться с нашим основным товарищем, который нас поддерживает, это Санкт-Петербургское радиологическое общество, потому что их совенок, он всегда с нами, потому что это идею, которую Санкт-Петербургское общество радиологическое поддержало, и нам приятно, что она с нами. Ну, а почему Лев Николаевич Толстой, наше все, понятно, что здесь в современном мире очень много таких стигматов, которые говорят о том, что он нам сейчас нужен. Старайтесь оставаться в коллективе, работайте каким инструментом, уважайте свой интеллект, уважайте другие интеллекты, ешьте, что есть, потому что есть тоже надо, потому что мы поэтому делаем вам фудзону, чтобы было силы. И самое главное, старайтесь чувствовать локти, чтобы у вас было. Вот это самое главное. И мы постараемся, это очень важно, это вроде бы не касается напрямую мануального навыка, но если вот вы будете ощущать, что вы солист, труднее будет. Но не, ведь не обязательно, хор это же не значит, что акапелла вас бы не будет слышно, правда? То есть важно подобрать режим, как говорил мой Семен Аркадьевич. Говорил, главное подобрать режим в ультразвуке, и тогда вы иголочку любую можете увидеть. Очень вкусно. Повара просто супер. So fine. I feel so high. Dancing all night. You blow my mind. 'Cause you're so fine. We'll be right back.
члены Санкт-Петербургского радиологического общества. Чрезвычайно благодарны за возможность иметь удовольствие работать с вами, с таким символом общества. Спасибо вам за то, что вы вдохновили нас на эту школу. И вы даже принесли вот такую прекрасную погоду. Представляете, Питер и вот такая солнечная погода. И где-то вот здесь вот на контрасте вы работаете. На контрасте трудностей, сложностей нашей жизни и интеллектуальных высот, которые достигают мы вместе с вами. Еще раз спасибо за то, что вы помогаете нам проводить эти школы.